Вон Валя у нас лезет. А овцы с козами едят яблоки. Манёни. Какие зверюшки. Пошли нам на дорожку, все, выходим. Выходим. Чего у нас там будет? Я не поняла. Валя, давай, мы с тобой мысленно. Кирилл, не спались. Ой, Валя, экстремалка у нас. Типа я Валю снимаю, подожди, уже налезет. Ой, Валечка там забралась у меня крошка. Почти. Почти долезла, да? Ну ладно, лезь обратно. Все, уже экстрима хватило. Не будешь до конца, что ли, залазить? Понятно, что боишься, для этого ты туда и лезла. О, а почему она работает? Что делать? Сейчас просто попросила залезть без паники, я все сделаю и вернусь. Давай тогда это. Все туда устраиваем. Ну, пусть человек залезет и слезет. Очень хочется. Вот все туда. Ну, у меня процесс видеосъемки. Я рука, которая снимает. Не могу идти, я вот тебя могу снять. Здравствуйте. Лиз, а что там будет? Сейчас что-то будет. Эти козы и овцы вообще обнаглевшие. Это местные собачки, я думаю, да? Собачки местные. Это местные собачки. Может, это кошки местные? Такие большие, они просто... Слушай, сколько шерсти пропадает. Такие носки. Носки. Слушай, они ручные. Я... Зойки такие. Ух ты, залез наш ребенок большой. Она прыгнет? Да не будет она прыгать, залезть. Чего она боится? Валечка, как ты там, зайка?